Белая мраморная скульптура, подобно фотографии, запечатлевает определенное состояние персонажа навсегда. И вместе с тем такие объекты всегда вызывают определенный диссонанс между современной атмосферой музея и оживленным, включенным состоянием публики в процесс, противопоставляемым такой вечной, запечатленной картине горя и опустошения. Но вместе с тем этот кадр очень еще интересен по композиции. Обычно европейский зритель считывает композицию слева направо, и здесь мы видим такое круговое движение рук в центре, которое поддерживается арочной формой окна на заднем плане.